Президент Сирии Башар Асад дал интервью российским журналистам. В ходе беседы он заявил, что готов участвовать в политическом диалоге ради победы над терроризмом. Пресс-конференция проходила в доме президента в Дамаске. Я представляла на ней телеканал РТ. Но... Здравствуйте, уважаемый корреспондент, уважаемый господин президент, агентство ТАСС, Сапожников Григорий. Уважаемый господин президент, как вы оцениваете предстоящий в апреле в Москве раунд межсирийских консультаций? Кто будет представлять Сирию на данных консультациях? И что, по вашему мнению, необходимо, чтобы наладить межсирийский диалог? Спасибо. В настоящее время международное сообщество отвергает предложение России объединить различные силы для борьбы с исламским государством.